Ага, тыңдаңызшы. Мен сен тыңдағым келмейді. Короче, слушай, братишка. Біз жай ғана транспорттық компания емеспіз. Жоқ. Біз сервисный компаниямыз. Оның бәрін білеміз ғой енді. Шш, тыңдашы сен. Мен саған айттым ғой, клиент всегда прав. Білемін ғой мен оны. Түсіндің ба? Маған қайта-қайта звондай бермесін. Жарайды. Так что, нормально жұмыс жасаңдар. Нормально істеп отырмыз ғой, аға. Аппақ, несіне жетісіп жымиып отырсың, а? Тұрып коробкаларды ашып, офисті кішкене ретке келтірейікті. Хорошо, босс. Ерема, ты теперь на мне будешь срываться? Я же тебе объяснял, он еще плохо город знает. А навигатор, сам знаешь, иногда тупит. Это он тупит, брат! Бәрін дұрыстап түсіндіру керек. Тупит етіп жүр қалада. Басында сен бастаған кезде нормально шустрейсіз алып кеттің ғой ары қарай. Кезінде маған вообще ешкім үйреткен жоқ. Жұрт тупит етіп далада навигатор жасамайды. По прогнозам аналитиков, данная сеть может стать новой вехой для краудфандинга и создать тренды для короткого развлекательного контента. Аппақ. Чё там? Первая казахстанская социальная сеть под названием OpenPalm готовится к старту своей платформы. Как уверяют ее создатели, это проект, не имеющий аналогов в мире. И его отличие от других в том, что он будет исполнять желания авторов лучших видеороликов. По прогнозам аналитиков, данная сеть может стать новой вехой для краудфандинга. Брат, это как называется? Синим, идея Эндорлак Петкинба? Да, Ирем, это знак. Я забыл о своем проекте. Вселенная нашла ему другого хозяина. Все, все, брат. Вайм дома. Шишимс. Қой үрсін бе, қой жүмбәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де. Итак, Ильяс Хамитович, ждем команды режиссера. Отвечаем на мои вопросы, смотрим на меня, вот ваша камера. Надеюсь, наше интервью пройдет хорошо. Смотреть не волнуйтесь. На вас одно удовольствие. Нисколько не волнуюсь. Спасибо. Более того, я очень прям хорошо чувствуюсь. Итак, продолжим наш разговор, Ильяс Хамитович. Расскажите, как вам, человеку, который никогда не занимался IT-технологиями, пришла в голову идея создать первые казахстанские социальные сети? Ну, зря вы так говорите. Я вас понимаю, вы журналисты, и вы хорошо делаете свою работу. Это, конечно, неправда, что наш холдинг никогда не интересовался социальными сетями. Мы же современные бизнесмены, а это настоятельная необходимость сегодняшнего дня, поэтому нужно шагать в ногу со временем. Наша компания постоянно занимается стартапами в этом направлении. Более того, мы ведем исследовательскую работу в сфере IT. Поэтому мы в теме. У меня назрел вопрос. Почему первая казахстанская социальная сеть называется OpenPalm? Мне кажется, что там должно быть что-то с национальным колоритом. Ну, это вам казалось. Моим маркетологам считают по-другому. Мы изначально ориентировались на международный рынок, поэтому наши маркетологи решили выбрать более звучное название для международного рынка. Поэтому наши маркетологи, подумав, решили, что мы будем называться так, чтобы наш продукт был более понятен для мирового потребителя. То есть правильно я понимаю, что вы больше ориентированы на международный рынок? Абсолютно правильно понимаю. А вы не боитесь, что таким образом теряете казахстанский сегмент? Не боюсь. Авторам идеи сложнее. Даже если мы докажем, что идея ваша, ну, авторского свидетельства у вас нет. Слушайте, это ваш адвокатский совет? У вас есть лишь презентация и свидетели, которые смогут подтвердить, что ваша презентация ваша. Что вы делаете? Здесь не курит? Я не буду курить.
У вас есть пепельница или блюдце? Держите. Возможно, вы опытный юрист. И прямо смотрите на ситуацию. Но доказывать нашу правоту — это ваша работа. А мы просто знаем, что правда за нами. Как я уже сказал, мало одной лишь презентации. Нужны железные доказательства. А знаете что? У вас огня нету. А это понадобится в суде. До свидания. Да уж. Презентацию железа я еще не делал. Всего хорошего. Ерс. Ерс. Да Ерс! Ерс, ты что, оглох? Макар, я не просто оглох. Я себя чувствую рыбой. Оглушенный динамит. Как я мог упустить этот момент с авторским правом? Прости. Не хочу, чтобы ты видел меня таким. Послушай, я найду хорошего юриста. Мы это дело просто так не оставим. У нас есть доказательства. Макар, я не хочу, чтобы ты участвовал в этом. Я сам разберусь. Ты серьезно? Это моя ошибка. Я должен сам разобраться. Ну как ты не поймешь? Это я. Это я показала Ильясу твой проект. Это я не пошла с тобой навстречу. Это я тебя кинула, в конце концов. Макар, я сам не смог себя защитить. Не смог защитить тебя. Свой проект. Это моя битва. И у меня есть план. Ну ладно. Но в этот раз ты от меня просто так не отделаешься. Ильяс, у тебя нездоровый аппетит. Талгат Амантаевич, почему вы вечно чем-то недовольны? Ты объявил о запуске цифрового проекта по новостям. Ты представляешь, что ты натворил? Теперь все внимание прессы приковано не только к твоей персоне, но и к деньгам, которые привлечены в этот проект. Для такого проекта нужна хорошая информационная поддержка. Социальные сети. Чем больше хайпа, тем лучше. Отстаете от жизни, Талгат Амантаевич. Мы найдем человека, который нам поможет. И у него будет огонь не только в глазах, но и сердце. Кстати, что это только что было со спичкой? Не бери в голову. Даже не знаю. Привычка такая. Что-то типа медитации? Ну, слушай, мне понравилось. Это было очень классно. Очень. Я заметил. Огня у вас нет. Да прекрати! На самом деле, я так считаю, что нет ничего хуже равнодушного адвоката.
Слушай, мне тоже пора бежать. Я тебя прошу, пожалуйста, только не наломай дров. Рёма, я освободился, скоро буду в офисе. Отныне ты сам по себе. О своем участии в госпрограмме можешь забыть. Ты украл проект. И тем самым поставил всех нас вне закона. Смотри, не подавись. Брат, я не Симс. Ты доволен тем, что у тебя есть? В смысле? В прямом. Своим бизнесом, своим личной жизнью. Всем. Қанағат қой, брат. Бизнес жүріп тұр. Пландар құрылы. Бірақ бәрі Алланың қолында. Мечтал создать целый мир. Не просто бизнес. Я верил в это. А потом я встретил Анкар. И, казалось бы, все это отошло на второй план. Она хотела мне помочь. Но я не смог принять ее помощь. Потому что вот этот урод хотел воспользоваться ситуацией и положить ее к себе в постель. Да, алло. Илья Схамитович, мы готовы. Сделай отчет по деньгам из госбюджета. И побыстрее. По всем проектам или только по OpenPalm? Да, и презентацию по потенциальным инвесторам тоже. Ясно. И никаких пресс-конференций. Ты меня понял? А. Подтверди понимание, я сказал. Да-да, принято. Всякий раз, когда я думаю, что чего-то не добился и упустил что-то, я сжигаю. Ирёма, я хочу, чтобы эта спичка была последней. Бұны жандырмай қой, брат. Бизнесі сенде кінә жоқ. Просто сені лақтырып кетті. Бізге план құру керек. Амал жасаймыз. Ну, ты кадр, конечно. Вот как ты это делаешь?
Менде гап жоқ, брат. Смело. Кстати, насчет плана. Есть тут одна идея у меня. О, здорово, ребят, как дела? Салам. Как жизнь? А ты где? Ну и что ж, я не в Караганде, брат. Салам, Зёма. Да, недалеко, вот 150 километров от Шымкента, ребят. Как будто в Шри-Ланке. Айдар, бро, помощь нужна твоя. Ты говорил, что я могу к тебе обратиться. В целом, у нас все нормально. Мы с Еремой даже один бизнес на ноги поставили. Бро, у меня украли стартап, представляешь? Я столько не мог его толкнуть, а тут его без толкача взяли и угнали под носом. Нет, еще не запустили. Там, короче, как мой стартап, но с другим названием. Я ходил к этому угонщику в поисках финансирования, и там форс-мажорная ситуация возникла, я немножко забил на свой стартап. Но теперь я хочу его вернуть. Я уже тонну спичек жёг. Занозило меня это сильно. У меня есть идея, брат. Надо жестко хайпануть. Надо разоблачить вора. Не переживай, с этим я тебе помогу. Все будет классно, вот увидишь. Дурс-сурс. Газуй, брат. Ладно, давайте. На связи, братан. Ладно. Давай. Рахмет, бро, спишемся. Я верю, что в столице запущу свой стартап. И стану автором крутой цифровой платформы. Но теперь я просто курьер. И моя мечта все дальше от меня. Можно было и закончить. Если бы не одно «но». Я действительно работал курьером, и моя мечта казалась мне несбыточной. Но меня поддержал друг. Мы стали партнерами и вместе открыли свое дело. И вот я креп, и, казалось бы, я стал на шаг ближе к своей цели. Но у меня украли стартап. И теперь нам придется вместе бороться за свою идею. Ерс, брат, кеттік жұмыс көп. Бар. Бош, бош. Давай. Чо там? Чо қайда барамыз? Сосын айтам. Ну как тебе? Работает? Это интересно. Но я не могу понять, как видео может вывести вора на чистую воду. Ну, как? Мы через короткие видео заявим о моем проекте. Поднимем общественный резонанс и привлечем к себе внимание. Mm-mm. Это не по букве закона. Нам нужно найти другой инструмент, более законный. Понимаешь? Ерс, Айдар, не идея снять подумай. Какая идея? Есть еще одна идея. С моим другом Айдаром. Угу. Он может выступить в качестве соавтора моего проекта. Так, интересно. Продолжай. Ну, когда я только придумал стартап, он пытался мне помочь и знакомил со местными бизнесменами, знакомыми его отца. И я им показывал свою презентацию.
Так, подожди. То есть ты сейчас хочешь сказать, что у нас есть доказательства того, что есть твой соавтор, и велись переговоры по финансированию проекта, верно? Получается так. Я помню, еще Айдар заплатил дизайнеру за разработку презентации. Еще олайты. Шетелдегі компаниялардың біреуін пайдаланып, оларды сотқа беру болады екен. Так не делается. Алло, Диана, здравствуйте. Это Инкар. Я вам рада, я звонила по поводу авторского права. Помните? Ну, здесь есть один затык. В подготовке этого проекта. Если бы не Инкар, тебя бы здесь точно не ждут. Я просто не хочу, чтобы ты так быстро похоронил свой проект, понимаешь? Отлично. Да, спасибо вам большое. До свидания. Ребят, а что-то у вас какой-то настрой разный. Не позволяй сомнениям помешать твоей мечте, Ерс. Ты понимаешь, что это? Это жирный намек. Даже картина упала из-за этого. Да уж. Так, ребят, послушайте, по поводу авторского права соавторства именно, я думаю, что здесь ничего придумывать не нужно. У нас уже есть доказательства, что искали инвестора, поэтому я думаю... И плюс ко всему, сам адвокат сказал то, что это очень даже хорошо. Инкар, я же тебе говорил, я не хочу, чтобы ты участвовал во всем этом. Ерс, для меня эта ситуация уже стала очень личной. Если ты мне не позволяешь стать свидетелем в этом деле, так оставь меня в роли друга. О, золотые слова. Айтпақшы, біздің видеоблогымыз не ол? Қарызын атастап тадыңдар ма? Не, не стоит. Знаешь, как говорят, на войне все средства хороши. Пусть остается. А мне уже пора бежать, поэтому я вас оставлю. И удачи. Пока-пока. Пока. Брат. Видео нож. А, курик. Вот так вот за короткое, но насыщенное время в Астане я обрел друга, нашел любовь и потерял свой стартап, за который мне теперь нужно бороться. Я не могу проиграть в этой борьбе, потому что мой враг не просто вор, а воплощение всего, что я ненавижу. Да, алло. Кто это? Ильяс Хамитович. Мы не знакомы. Я вас знаю только по новостям. Говори четче и по делу. У вас предстартовая стадия одного проекта. И наша компания финансировала дизайн и разработку, скажем так, оригинала. Лапу пока возьми. И... О чем речь конкретно? У нас есть все исходные разработки, дизайн, функционал, а главное – платежный документ лица, который оплатил эти услуги. А кто это, если не секрет? Голос в вашем телефоне. Такое дело вам интересно. Хорошо.
Пришлите подтверждение. Обсудим. Мы и мама болсын не, и мама болсын не, қой бірсін бе, қой жүмбәрі құрсын не, ең бастысы басы мама болсын не, сен.